В Балхаше мониторинговой группе пришлось заходить в банкетный зал через окно и вызывать на помощь спасателей. Проезжавшие мимо думали, что в заведении проходит спецоперация. Так оно и было на самом деле. В здание пробивались по одному с помощью лестницы. Не открывать двери проверяющим стало уже традицией. Но и мониторинговые группы за полтора года работы наловчились. Больше 50 горожан праздновали здесь свадьбу. В этот раз наказать грозят и гостей. Все это на фоне того, что ежедневно Балхаше выявляет по сотне новых заболевших. Только за прошедший месяц от коронавируса там скончались 13 человек. Карагандинский регион долгое время находится в темно-красной зоне. По прибытии мы насчитали больше 50 гостей. На месте составили протоколы, выписали предписания не только организаторам и владельцам заведения, но и в отношении всех гостей. Им теперь тоже грозит штраф за нарушение карантинных мер. Но это уже будет определять суд.